Школу в поселке Камысты Жанибекского района действительно построили по последнему слову техники. Учебное заведение назвали именем Ерденбека Ниеткалиева, героя Великой Отечественной войны. Участвующий в церемонии открытия аким области Нурлан Нагаев заявил, что с вводом нового учебного заведения в регионе ликвидирован сразу ряд проблем. Для небольшого поселка Камысты, который расположен в 500 километрах от областного центра, ввод новой школы – долгожданный праздник. Учебное заведение рассчитано на 300 мест. На строительство, которое было начато в прошлом году, республиканский бюджет выделил 725 миллионов тенге. С вводом данной школы трехсменное обучение у нас в области ликвидировано. В области на сегодняшний день 9 аварийных школ. Из них 3 мы сдаем в этом году, ликвидируем, и остается 6. Нами принимаются все меры для того, чтобы устранить все преграды для получения качественного, доступного образования. В школе имеется 3 компьютерных класса, мастерские для занятий по труду, библиотека с читальным залом, актовый зал на 100 мест и вместительная столовая. В таких условиях учеба становится легче. Использованы материалы местные, российского производства. В школе также есть спортзал, актовый зал. Директор школы отмечает, что педагоги сделают все возможное, чтобы поднять качество обучения на новый уровень. За это 10 лет по итогам НТ по району занимали всегда первые места каждый год. За это 10 лет мы дали 5 обладателей алтынбелгі. Сейчас они у нас учатся в высших учебных заведениях Казахстана, а также в ближнем зарубежье, а также в дальнем зарубежье. Наша выпускница нашей школы Такирова Айжан, она сейчас по программе «Болашак» учится в Великобритании. Сейчас все 413 школ области готовятся к отопительному сезону, а в ближайшее время распахнут свои двери еще 2 новых учебных заведения, которые строятся в Уральске и в селе Сайкуду Акжаикского района. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.